Так, всем привет, маленький ликбез, короче, как добраться до радиатора печки. Так, кто не знает, снимаем бардачок, и там под бардачком видим, раз болт сверху, один снизу болт, и один вот здесь вот еще болт рядышком. Все, два хомута отцепляем, три болта откручиваем, испаритель кондиционера, на трубки, которые к нему подходят. И все, и это все дело извлекается. Вот он, сам радиатор печки.